Приморские пчеловоды готовы увеличить производство меда для поставок в Китай. На переговорах в Пекине губернатор края Олег Кожемяка предложил китайским коллегам нарастить закупку нашего меда. Липовый мед из Приморской тайги по своим свойствам не уступает дикому. Соседи знают и высоко ценят его качество. Приморский мед, мы его выпускаем достаточно большое количество. Порядка 15 тысяч тонн у нас готовы экспортировать наши компании. В основном липовый мед, который добывается в тайге, равен по качеству дикому меду. И здесь мы готовы наладить сотрудничество. Будет иметь большое значение и для Приморского края, а также мы готовы привлекать инвесторов для глубокой его переработки и в последующем экспорта. Российский мед пользуется большой популярностью у китайских потребителей. И я предлагаю, что если вы хотели бы наращивать экспорт меда из России в Китай, вы можете принимать участие на выставках, организуемых китайской стороной, чтобы больше потребителей узнают об этой продукции.